Сколько денег ты уже скопил? Это не твое дело. Думаешь, твоя мечта когда-нибудь сбудется? Однажды ночью ты проснешься и обнаружишь, что этого никогда не будет. У тебя все изменится. И этого никогда не случится. Внезапно ты постареешь. И ничего. И ничего не случится, потому что ты по-любому ничего не собирался сделать. Ты загонишь эту мысль подальше и будешь сутками сидеть в любимом кресле, прилипнув к телевизору, и так до конца жизни.